Волшебство для всего человечества большую часть его истории было чем-то одновременно и пугающим, и притягательным. Книги, кино, компьютерные игры давали возможность примерить на себя роль волшебника по велению мысли, передвигающего предметы без помощи рук или обрушивающего на врагов свой гнев. Разумеется, все это лишь выдумки, никакого волшебства не существует, и человечество всегда это понимало. Однако в 2150 году это понимание значительно пошатнулось. Серия аварий на космических кораблях, а также серьезная авария в Сингапуре привели к рассеиванию нулевого элемента над жилыми районами и облучению определенного количества людей. Это был первый подобный инцидент, ведь открыт этот элемент был совсем недавно, чуть больше года назад. Серьезных последствий для здоровья облученных это не принесло, поэтому инцидент посчитали исчерпанным. Однако у этих людей родились дети, и все они обладали некой силой, в частности телекинезом, пока еще, конечно, неконтролируемым. Сперва на это не обратили никакого внимания, так как власти сочли это слухами и глупыми россказнями. Так про это и забыли на 7 лет. Но в 2157 году человечество неожиданно интегрировалось в межгалактическое сообщество. Внезапно началась и также внезапно закончилась трехмесячная война первого контакта, и человечество принялось познавать мир вокруг себя. В частности, им стало известно про биотику, способность некоторых форм жизни создавать вокруг себя поля эффекта массы и взаимодействовать с темной материей посредством частиц нулевого элемента внутри себя. Для людей все это было сродни магии, и лишь немногие лицезревшие это наяву верили в подобное. Однако, когда уже Совету стало известно об аварии и облучении, они рассказали человечеству о том, чем это чревато. На тот момент родившимся детям-биотикам было по 7 лет, и понимая, что это новый серьезный шаг в развитии их вида, Альянс основал компанию Contactix Industries. Она занималась изготовлением биотических имплантов, так как это самый оптимальный и простой, а главное безопасный способ для человека обрести биотические способности. Contactix Industries специализировалась на телекинезе, так как это была первая обнаруженная способность у людей-биотиков. Но, конечно же, не последняя. И кроме того, компания занималась также поиском тех, кто был облучен нулевым элементом. В то же время начали ходить слухи, что случавшиеся тут и там аварии были специально спланированы, дабы увеличить количество облученных. И высока вероятность того, что это правда, так как открыто на такое вряд ли бы кто-то согласился, ведь это, как выяснилось, не так уж и безопасно. Но с найденными детьми нужно было так или иначе что-то делать. Поэтому еще через 3 года, в 2160 году, Contactix Industries основывает ставшую впоследствии знаменитой программу БАИР – биотическая адаптация и регуляция. Данная программа была призвана тренировать биотиков. В качестве полигона была выбрана космическая станция «Нулевой скачок», также известная ранее как станция «Гагарин», названная в честь первого человеческого космонавта. Для человечества тренирование биотиков было темным лесом. При полном отсутствии опыта и частичном на тот момент понимании природы биотики, они с трудом могли представлять, как им работать с такой молодежью. Некоторые хотели обратиться к Совету, но это решение было моментально отклонено, так как это, по мнению Альянса, выставило бы расу слабой. Вместо этого компания тайно взяла на работу нескольких турианских наемников, участвовавших в конфликте у ретранслятора 314. Сложно сказать, чем руководствовались руководители компании, когда обращались за помощью именно к турианцам. Азари разбирается в биотике лучше турианцев, да и соларианцы гораздо более дисциплинированы, притом обе расы не имеют открытой неприязни к человечеству. Хотя на самом деле многие турианцы ее тоже не имели, и исправно тренировали людей-биотиков. Но среди наемников был Веранус, который как раз-таки люто ненавидел людей. В некотором смысле он действительно качественно выполнял свою работу, ведь потенциал учеников раскрывался, но какой ценой? Он постоянно тиранил и оскорблял учеников, открыто провоцируя их на гнев. Некоторые были сломлены психически, несколько человек даже погибло. Но в БАИР, видимо, решили это не афишировать, боясь расползания слухов или что сам капитан Веранус доложит Совету о программе. Но долго так продолжаться не могло. После очередного инцидента ученик по имени Кайден Аленко в целях самозащиты применил биотическую силу и, не рассчитав мощность удара, сломал турианцу шею. Это происшествие привело к не очень хорошим последствиям – скандалу с турианской иерархией и ликвидацией программы БАИР. Contactix Industries после такого долго не продержались и распались на мелкие корпорации. Однако, безусловно, это не могло никоим образом остановить обучение биотиков людей. Все данные БАИР засекретили по высшему разряду. Даже на момент вторжения жнецов эти данные все еще оставались таковыми.
На полученных знаниях позже были основаны новые программы по обучению, и они были весьма успешными. За людьми-биотиками начал наблюдать особый подкомитет исследований Альянса под руководством Мартина Бернса, главы этой подкомиссии. Уже через год после закрытия программы БАИР в 2170 году произошло три несчастных случая с облучением нулевым элементом. Расследование не показало никакой связи между ними, хотя конспирологические теории, безусловно, тоже ходили в народе. Однако нет никаких оснований полагать, что это не был действительно несчастный случай. Как бы то ни было, результатом глупо было бы не воспользоваться. В тот год на Яндое 37 детей родились также с биотическими способностями. И, конечно же, Альянс обратил на них пристальное внимание. Где-то в 2176 году был создан новый проект «Вознесение», куда и были направлены эти, а затем и другие подростки. В этот раз площадкой выступила космическая станция Академия Джона Гриссома на орбите колонии Элизиум в Скеллианском пределе. Со временем так называемая Гриссомская академия стала по-настоящему популярной именно благодаря работе с биотиками. За основу были взяты наработки БАИР, но многое поменяли кардинально, в том числе и процесс воспитания биотиков. Никакого насилия и никаких издевательств. Теперь программа была рассчитана не только на военную промышленность, но и на гражданскую, и поэтому своей целью Академия ставила не только разработку потенциала биотиков и его максимизацию, но и, что немаловажно, адаптацию их в обществе, для чего со студентами регулярно проводились философские беседы, прививались чувства ответственности и долга, раз уж им в руки попала такая мощь. Эта программа адаптации показала себя так хорошо, что специальное защитное оснащение сотрудников, призванное утихомирить взорвавшегося биотика, было применено лишь раз за всю историю Академии. Любые конфликты гасились в зародыше, что еще больше поднимало репутацию Академии Гриссома в глазах общества, и, что немаловажно, репутацию самих биотиков. Ведь обычные граждане с куда большим спокойствием примут биотика, руководствующегося честью и дисциплинированного, нежели вспыльчивого и плюющего на все устои. Но помимо обозначенных целей, проект «Вознесение» также стремился еще и разработать и проверить новые импланты L4. Генерация полей эффекта массы происходит при воздействии электрического тока на нулевой элемент. С биотикой ровно та же история. После облучения частица нулевого элемента вплетается в клетки тела облученного и начинает питаться электрическими импульсами от нервной системы, за счет чего и происходит генерация полей эффекта массы. Однако само по себе облучение нулевым элементом все еще виделось Альянсу достаточно опасным происшествием, и никто не хотел подвергать такому риску людей. Далеко не у всех облученных в утробе появляются биотические способности. Нередко вместо этого появляются опухоли головного мозга или иные осложнения. А бывает и так, что облучение вовсе никак себя не проявляет. А иногда способности появляются, но они настолько слабо проявлены, что бесполезно обучать такого ребенка. Толку не будет. В общей сложности лишь один из 10 облученных в утробе будет подходить для обучения биотике. Люди, одаренные таким талантом, в раннем детстве никак не могут контролировать свою нервную систему, и поэтому проявления биотических способностей могут быть спонтанны, что осложняет воспитание. Но затем, в более позднем возрасте, биотиков под присмотром долго и упорно учат контролировать свою нервную систему, чему как раз и способствует та самая дисциплина. Также этому способствует так называемая биотическая терапия. Сам процесс обучения контролю весьма труден для биотиков всех рас, за исключением Азари, которые рождаются биотиками, благодаря, как выяснилось, прямому вмешательству протеан тысячелетия назад. И только лишь научившись контролировать себя, биотики смогут генерировать поля эффекта массы и использовать таким образом свои способности. Для этого им необходимы те самые импланты и биоусилители, что вживляется в период полового созревания. Имплант – это биоинтерфейсный порт, расположенный в случае людей на шее в основании черепа, для удобства доступа. Считается, что имплант устанавливается один раз и на всю жизнь. Технически это не так, его можно заменить, но делается это посредством сложнейшей операции на мозг, которая крайне опасна. Совсем немногие решаются на это. Биоусилитель же подключается к импланту как к порту и помогает координировать генерацию темной энергии внутри утолщения с нулевым элементом внутри тела, что приводит к усилению способности, если вкратце. И безусловно, эти импланты различаются по качеству и мощности, и по стоимости. Кто бы сомневался, лучшие импланты и усилители производят Азари. Однако хорошим спросом пользуются и человеческие импланты L3 и выше. Но прежде чем удалось их разработать, пришлось пройти через многое. Первые модели L1 были разработаны еще в Contactic Industries и стали некими вратами в мир биотики. Многого от них не ждали и многого они не принесли. Они позволяли манипулировать маленькими объектами, но не более того.
Многократно лучше показали себя импланты L2 за разработкой тех же Contactix Industries. Они появились в 2167 году и сильно удивили Альянс. Некоторые импланты были не сильно-то лучше L1. Некоторые были сильны, но нестабильны и причиняли сильную головную боль биотикам. В то же время некоторые из них были и сильны, и стабильны, и доставляли лишь легкий дискомфорт. Не самая удачная разработка, но тем не менее годящаяся в использовании. Так думали вначале. После выяснилось, что от L2 проблем больше, чем пользы. Биотики с L2 постоянно жаловались на жуткие мигрени, пытались подписывать петиции о выплате льгот, и к ним даже прислушались. Однако в 2183 году эти выплаты были прекращены, и сам председатель подкомиссии Мартин Бернс голосовал за отмену выплат. Все просьбы биотиков L2 возобновить выплаты были проигнорированы. В тот же год группа отчаявшихся биотиков похитила Мартина и привела его на борт корабля «Антария», чтобы угрозами добиться выплат. Скорее всего, все закончилось бы трагично для всех, без исключения, если бы мимо по счастливой случайности не пролетал командир Шепард. Он утихомирил биотиков и помог Мартину наконец понять, что только непреодолимое отчаяние могло толкнуть этих людей на подобные действия. Мартин обещал пересмотреть решение подкомиссии, и в 2185 году ему наконец это удалось, после чего все биотики L2 получили все причитающиеся им выплаты. Это стоило ему карьеры в каком-то смысле, ведь из-за пересмотра решения на Мартина Бернса теперь активно наседают политики. Однако, как он сам признается в письме Шепарду, он шел на эту работу ради связи и власти, но тот случай помог ему найти в себе нечто достойное. И он рад слышать, как страдающие биотики получают хоть какую-то компенсацию. В 2170 году были разработаны импланты L3, и некоторые увязывают это с теми самыми происшествиями на Яндое. В любом случае, принимая во внимание негативный опыт L2, инженеры решили пожертвовать мощью ради стабильности. В результате L3 были действительно безопасны для биотиков, но верхний предел его возможностей был ниже, чем L2. Некоторые обладатели L2 все же решились на опасную операцию и поменяли имплант на L3. Такие биотики получили маркировку L3R. Еще одна маркировка L3X была дана тем, кто являлся неподходящим кандидатом для обучения биотики, но все равно по какой-то причине получил имплант. С появлением проекта Вознесения были разработаны и протестированы импланты L4. В этот раз результат был еще лучше. Эти импланты умели использовать биоусилители со встроенным виртуальным интеллектом, мониторящим состояние биотика. Также они в среднем на 15% мощнее L3, и побочных эффектов пока выявлено не было. Спустя же еще несколько лет появилась новая разработка – импланты L5. Они завоевали серьезное доверие даже у Рассовета. L5 были намного качественнее и заметно сильнее всех предыдущих моделей и стали крайне популярны в Альянсе, и даже за его пределами. Для военных нужд были придуманы специальные модификации – L5N и L5X – для усиления биотических способностей адептов и штурмовиков. Можно сказать, что человечество очень хорошо показало себя на биотической арене, гораздо лучше, чем многие другие расы. Пусть пока достичь планки Азари кажется нереальным, за сравнительно небольшой промежуток времени Альянс сумел сравниться по биотической силе со многими другими цивилизациями. И эти самые цивилизации этого никогда не забудут.